Сказал. Кондиционер, телевизор, рабочее место, где монтируем видео. Это все большие комнаты. Зал, тут камин стоит. У нас две семьи. Это спальня. Такая большая. А где вы еще купили? Там же где хлеб. Там и хлеб продают, что ли? Уже да, уже. Оказывается. Дрюха уже ужин сообразил. Ну, не было просто. Квартира обалденная, большая, распашонка. Три комнаты. Ванна, туалет. Так что вот так. Все это стоит $60. $60 на две семьи. Кондиционер. Машина стоит здесь, рядом охраняется. Пока-пока. Так что все классно. Завтра едем к Кабулете.